Всем привет, ребят! С вами дядюшка Алишоу, и сегодня у нас новая подборка самых интересных вещей с Алиэкспресс, которые тебя точно удивят. Ну а если захочешь что-то купить, ссылочки будут в описании. Также не забывай, что перед просмотром видео надо поставить лайк под видео. И не забывай в конце мы разыграем этот смартфон абсолютно бесплатно. Так что досмотри видео до конца. Ну и готовь вкусняшки для приятного просмотра. Погнали! Друзья, хочу начать выпуск с очень интересного товарчика. Это крутая перчатка. Перчатка выполнена из особого сплава металла, который отличается своей легкостью и прочностью. Перчатка имеет очень брутальный внешний вид. На каждой костяшке изображен небольшой череп, а также на запястье есть череп побольше. Между пальцами выступают длинные острые лезвия, которыми можно порезать практически что угодно. С такой перчаткой вам захочется кромсать все подряд, но постарайтесь сдерживать себя. Очень крутая и мощная перчатка. Далее я хочу показать вам интересный светильник. Данный светильник состоит из нескольких отдельных ячеек, которые выполнены в форме шестиугольника и напоминают соты в пчелином улье. Имеется небольшая подставка, на которую помещается только одна ячейка, а дальше уже вы можете собрать остальные фрагменты, как вам понравится. Крепятся они через специальную приставку, которая также передает энергию от предыдущей ячейки. Скачав специальное приложение, вы сможете управлять светильниками через ваш смартфон. Вы сможете переключаться между различными режимами свечения. А также менять цвет. Крутячный светильник. А как насчет миниатюрного дрона? Данный дрон имеет весьма маленькие размеры, но это не делает его плохим. Данный дрон способен разгоняться до 25 км в час, а также взлетать на высоту около 100 метров. Высота ограничена лишь радиусом действия сигнала с пульта управления. Управлять дроном очень легко, и даже неопытный пилот сможет легко с ним справиться. Плавная регулировка как высоты, так и скорости поможет вам совершать полеты даже в сложно заставленном воздушном пространстве. Время полета на одном заряде аккумуляторов составляет около 15 минут что для дрона такого размера весьма достойное время работы классные четырехвинтик. винтик Следующий товар понравится коллекционерам. Это небольшой кинжал, который выполнен в древнеегипетской тематике. Его длина составляет около 40 сантиметров. Лезвие имеет волнообразный вид. Такие кинжалы постоянно сопровождали своих хозяев, где бы они ни были. Рукоятка также имеет красивые узоры, а на ножнах отображены различные египетские надписи и орнаменты. Данный кинжал также может стать отличным подарком для ваших друзей или знакомых. Если вы практичный человек и нуждаетесь в постоянной телефонной связи с коллегами или родными, то следующий товар точно для вас. Это простая звонилка, которая выполнена в виде сотовых телефонов из 90-х. Телефон способен работать с двумя сим-картами одновременно. Отправка смс, а также вы можете делать различные записи в журнале. Все нужные функции имеются на борту. Главной особенностью данного телефона является его аккумулятор. Здесь установлен аккумулятор емкостью 20 тысяч мАч. Вы можете зарядить его и забыть про зарядку на несколько месяцев. Вот это я понимаю телефон, не то что современные смартфоны, даже на день зарядки не хватает. Кто оценил эту трубку, жмем лукасы. Если вы не знаете, чем заняться дома вечером, то хочу показать вам интересное развлечение. Это миниатюрный настольный гольф. Суть игры, я думаю, каждому ясна. Вам нужно при помощи клюшки загнать металлический шарик в лунку. А для того, чтобы не было легко, вы можете собственноручно изменять рельеф мини-поля. Для этого по бокам имеются две крутилки, с помощью которых вы можете делать впадины или холмы на игровом поле, тем самым усложнять себе игру или же другу, если вы будете играть вдвоем. Занимательная игра, которая поможет вам скоротать свободное время. Следующий товар точно понравится тем, кто проводит много времени заготовкой на кухне. Это клевые перчатки для мытья посуды. Перчатки сделаны из мягкого силикона. На ладони и пальцах имеется множество длинных усиков, которые отлично справляются с любой грязью на вашей посуде. Большим плюсом таких перчаток является то, что ваши руки не контактируют с водой и моющими средствами и будут постоянно нежными и красивыми. Перчатки отлично промываются под горячей водой и даже никак не меняют свой первоначальный вид. Отличное дополнение любой домохозяй. Далее на очереди очень крутые наручные часы. Часы имеют весьма прикольный дизайн и выполнены в виде аркадного игрового автомата из 80-х. Тематика сохраняется практически во всем. Даже стрелка выполнена в виде небольшого космического корабля, который летает вокруг Земли и сталкивается с астероидами. Также при нажатии на одну из кнопок включается красная подсветка, и вишенкой на торте является прикольный звуковой сигнал, который включается также нажатием на кнопку, и без него можно было обойтись, но согласитесь, с ним прикольней. А хотите себе iPhone 6? Тогда хочу показать вам iPhone, но не совсем оригинал и даже не китайская копия на андроиде. Этот экземпляр намного лучше. Это полноценная зажигалка только в виде айфона. И даже больше, рядом с фейковой камерой расположился полноценно функционирующий фонарик, который, между прочим, светит лучше, чем оригинальный фонарик на айфоне. В общем, вы уже поняли, что это просто прикольная зажигалка, которая может вызвать удивленную улыбку у прохожего, который попросит огоньку. Далее у меня для вас очередной костюмчик. Данный костюмчик перевоплотит вас в персонажа из серии фантастических фильмов «Звездные войны», а именно костюм «Мандалорца». Костюм отлично садится на тело и облегает его. Главное при заказе указать необходимые размеры вашего тела, и тогда вы точно не будете его снимать. В таком костюме круто будет сделать необычные фотки и выложить их в соцсети. Также он отлично впишется на маскарадной вечеринке и соберет множество окружающих взглядов. Следующий товар станет отличным сувениром для вас и ваших друзей. Это небольшая копия легендарного советского автомата АК-47, который еще и окрашен в золотой цвет. Эта уменьшенная копия имеет практически такую же конструкцию, что и оригинальный автомат. Затвор, курок, рожок с патронами, все это двигается, щелкается и переключается. Отличает его от настоящего автомата только то, что он имеет меньший размер и не способен стрелять. В дополнение к золотому АК-47 идет небольшая подставка, на которой он и будет красоваться у вас на столе или же Полки. Хочу показать вам интересную вещицу, которая может вам пригодиться. Это набор из небольших липких лент, которые можно закрепить где угодно. Например, ленту можно наклеить на заднюю крышку вашего смартфона. И куда бы вы ни положили свой телефон, он останется там, даже если вы захотите его оставить на стене. Особый состав ленты делает ее очень липкой, при этом она не оставляет никаких следов на поверхности. Ленту можно промывать водой, и она также не потеряет своих липких свойств. Интересное дополнение, которое может найти себе применение в различных ситуациях ситуациях. Далее на очереди очень крутой продукт от компании Lego. Это крутой как внешне, так и технический грузовик на радиоуправлении. Грузовик имеет следующие размеры. Длина его составляет 50 см, ширина 24 а высота почти 30 Также грузовик оборудован крутой подвеской, которая отрабатывает почти любые неровности. Сбоку под защитным кожухом располагается быстросъемный аккумулятор. Так как этот грузовик производится компанией Lego, то и состоит он из большого количества отдельных деталей, которые вам и предстоит собрать вместе. А как насчет крутого танка? Это клевый танк на гусеницах от компании Nerf. На борту имеется крутая большая пушка, которая стреляет пластиковыми снарядами. Для управления используется удобный пульт, на котором имеется множество различных кнопок. Стреляет танк на расстоянии около 15 метров, а с близкого расстояния может оставить даже небольшой синяк, если попасть в человека. Передвигается танк довольно шустро, а за счет гусениц он сможет преодолеть большинство различных препятствий. Следующий товар это, наверное, самые дешевые беспроводные наушники. Данные наушники стоят всего лишь 19 баксов. Дизайн у них весьма интересный, строгий минимализм. Если говорить об общем внешнем ощущении, то выглядят они явно дороже. Кейс, в котором они лежат, сделан из обычного пластика, окрашенного в черный цвет. Что касаемо непосредственно их характеристик, то автономности работы вам будет хватать не на полный день, учитывая, что вы будете подзаряжать их от кейсов в течение дня. Звучание неплохое, этого качества хватит большинству людей. Не стоит рассчитывать из исключительно на качество за эти деньги, ну а в общем неплохие наушники. Далее я хочу показать вам достаточно крутую щетку, которая поможет вам вычистить грязь из самых труднодоступных мест. Кисточка выполнена в виде небольшой ручки. На одном конце расположилась ворсистая щеточка, которая также задвигается внутрь. Другая сторона оснащена заостренным силиконовым стержнем, которым можно очистить различные углубления и углы. Такую щетку можно использовать для чистки смартфона, ноутбука и других гаджетов. Очень удобная вещица, которая сможет упростить вашу чистую жизнь. А вот еще один довольно-таки интересный товар – это металлический двигатель, который использует энергию и тепла для своей работы. Внутреннее устройство двигателя практически идентично настоящим двигателям, за исключением некоторых деталей. Вам нужно лишь напитать ватку керосином, поджечь ее и направить в рабочую область нагрева. После того, как произойдет небольшой нагрев, можно пробовать запускать двигатель. Для запуска вам нужно будет прокрутить шкив вручную, а дальше он будет уже самостоятельно вращаться, пока не потухнет огонь. Интересный двигатель. Следующий товар точно понравится автомобилистам. Это удобный силиконовый держатель для смартфона, который также оборудован беспроводной зарядкой. Держатель можно установить практически где угодно, так как он имеет достаточно липкое основание, но желательно выбрать местечко поровнее. Если ваш смартфон имеет функцию беспроводной зарядки, то вы сможете заряжать свой смартфон в пути, просто положив его на этот держатель. Это очень удобно, так как не нужно мучиться с подключением различных проводов, тем более во время движения на дороге. Ну а на этом, к сожалению, все, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A50. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Бориска. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока!